красавчик, а? Белый гриб нашла, Наташа, покажи, пожалуйста. Фантастика, друзья, смотрите. Подморозик. Ну-ка, дай-ка я его вот так. Вы слышите? Какой звук вообще? Стеклянный. У нас сегодня подстеклянники, друзья. Представляете? Утро раннее, но первый беленький есть. Я теперь, кажется, знаю, где надо их будет проверить точно. 100%. Офигеть. Красота, вообще тишина, штиль. Погода изумительная, но правда минус 2. Надеемся, что в обед погода будет. Погода изумительная, правда минус 2 и сопли. Почему у меня какие-то фасольки здесь? Это погода. Но белый изумительный, честно. Класс, молодец. Вот он, польский. Ой, красавчик, а? Свежак. А? Красота. Суперский. Причем, вы видите, он еще морозная корочка. Класс. Наташа идет, хочет показать что-то интересное. Говорит, белый нашла. Офигенный. А? Офигенный, вообще два, просто. Началось. Пошла жара. Пошла жара. Сейчас, секундочку. До белых не дошли, смотрите, вот они. Смотрите. Выскакивают. Два, три. 4. Может, еще есть? Сейчас поищем. А? А? Классный вообще. Я таких штук 50 прошел уже. Подморозики, и что ты не берешь их? Я даже не подумала, что это. Ну, наверное, прикалывается. Прикалывается, конечно. 50. Нет, вот этот я бы увидел. Не-не-не. А вот эти я пришел, что это поганки, даже не видел. Не-не-не-не-не. Ты будь внимательна. Вы берите все, если что-то сомневаетесь, я подскажу. Все, до белых надо дойти, пойдемте. Там такие шапки торчат. Ю-ху! Это просто шоковая находка. Просто... Давай, тащи его. А, ничего страшного, смотрите. Наташа, вот так губкой мне. А? О, он еще молоденький вообще. Молоденький, красавчик. Давай дальше передвигаемся. Идем дальше. Все грибы Наташа сегодня собирает. Так, тихо, смотри. Ой, вот он. Да, и вон он. Да, смотри, да, да, сразу. Вот, еще один. Вот этот немножко он то ли потреснул аккуратненько. Он потреснул? Ну, это ничего страшного. Его. Да. Подморозил. Смотри. Какая... Стой, стой, вот он. Он, видишь, его раз... Это ничего страшного. Это проволочник. Этом, да, он чистый. При этом чистенький, хороший. Я обычно вот это все так дорываю, чтобы там ничего не оставалось. Ну, у тебя маникюра просто нет. Дорывай. Сейчас. Ну, да. Так, смотрите, офигеть. Я смотрю, и смотрите, а ножка какая. Прикол-то в том, что он закопанный. А? Белые, блин, белые. Почти в ноябре. В минус 2. Опа. Напоминаю, смотрите, еще снег какой. Смотрите, твердая поверхность. Вот. Здесь еще... Офигеть. Слушайте, здесь надо все смотреть. Фантастика. Противопожарные просеки. Смотрите, шапка торчит. Вон, видишь, шапка. Офигеть, давай. Малыш. Так, ну что, малыш? Подморозовик, блин. Польский. Польский подморозовый. Кстати, хороший такой. Хороший. Вообще, как будто его даже, знаешь, не схватило. Не схватило. Ну, сверху, но это ерунда. А вот я его из морозилки достала. Бывает просто, знаешь, когда они совсем переморожены, они темные такие, ну, не очень качественные. А эти прям качественные. Солнце встает, друзья, смотрите. Офигеть. Так, я еще нашла. Смотри, какие офигенные, блин. О, тоже польский раз. И рядышком, смотрите. О-хо-хо-хо. Два. Блин, да это ничего страшного. Два. Офигенный, маленький, да? Хорошенький. Маленький, но классненький. Да удаленький. Так. Прикольно. Оп. Вот он, красавчик. Как будто белый, блин. О, какой хороший. Да, 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 это на суп. Его просто почистить. Сейчас у меня щетка есть с ножом. Офигенная. Вот так вот, смотри. И все. Ты снизу не надо, снизу мы сейчас подрежем. А вот сверху, да. Офигеть. Что, не вытаскивается? Да он, видишь, как его зажало. Там это. Да, 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 слушай, он бревно проел. Офигеть. Тащи, тащи целиком, тащу, аккуратно. Тащу, тащу, тащу. О, ну нормально, нормально, так, там уже все равно подрезать. Вот этот бери. Еще раз.
Я не успеваю дочистить гриб, еще попадается я. Вообще шикарный. Слушай, ну польские прям видно, да, и белые. Они прям вот супер качество. Ну что, довольна хоть? Да, я довольна. Ну вот, продолжение следует. Чаек попивает, а мы грибы косим. Ну правильно, я тоже не люблю. Да, вдвоем наколбасили, одному тут было бы не все найти. Какой красавчик, а? Вообще, да, печенюшка вот эти. Чокобои вот эти продают, как их, да. Шоколадные, а да? Вот еще. Друзья, это настоящие грибы, мы не посадили. Это ну да, да, да. Это не печеньки, мы не купили печенек. Слушай, сегодня такое ощущение, что их больше стало с морозом. Ну реально фантастические. Вообще, это прям отборные. Вот такие заморозить, жарить, суп, что хочешь делай. Офигеть, просто офигеть. Ну что, Наташа, ты сегодня, я думаю, уже довольна. Но у нас все впереди тут. Да. Вот это да, их больше стало, кстати. Посмотри, какие кабанчики, блин. Тоже белый. Покажи. Ну, польский, в смысле, белый, да. О, красивый. Разве это польский? Польский, польский, это польский. Но такой мощный, хороший. Покажи. Валяется здесь. Смотри. Ой, ножки какие, хорошие, супер, большие, супер. Чистые. Сейчас еще посветлело, сейчас уже видно лучше, кстати, чем с утра раннего. Ну, с погодой нам точно повезло, вообще просто идеально. Говори, говори, почему не, можно? Я боялась дождя, но да, нет. Я очень боялась, а дождя, если дождь? Я с Сашкой смотрю, как в понедельник. И детское радио рассказывает, что будет 3 дня дождя, дождь. Но я думаю, ну все. В дождь, во-первых, здесь уже пришлось бы в сапогах. Почему? Потому что мох бы уже не был замерзший, он был бы мокрый. Я вот могу даже, кстати, зрителям показать. Смотрите, это замерзшая роса, вот она, капельки. Видите? Рядом. Ой, смотри. Ты корзину дотащишь? Да. Скажи, такого-то добра я дотащу. Вот. Офигенно. Ты куда-то в канал. Ой, какой красавец. Зачет. Зачетище. Ну что, сорвала того? Вот еще один, да? Покажи. Класс, да? Вообще чудо. И вот здесь я припрятала корзины. Да, 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 да. Яна, как дела? Нашла? Не, суперский, да. Надо, насколько я знаю, закрывать, да? Да, да, закрывай, конечно, чтобы красиво было в лесу. Чудо. И это все -2. Смотрите, он не оттаял. Здесь вообще -2 или -3, потому что он не тает. Если бы был плюс, вот эти вот кристаллики, это вода, они бы уже растаяли, друзья, видите? Ай. Просто супер. И можно ходить в кроссовках, потому что мох не мокрый, он твердый, он замерзший. Видите, наступаешь, он как бы немножко похрустывает, проминается с трудом, потому что все замерзшее. И грибочки шикарные. Вот как можно собрать кучу грибов -2. О, еще один. Я уже думал отключать. Подожди, 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 подожди. Вот такой. Угу. Где Оксан под палочкой? Отсюда, кажется, палочка, нет? Вот, смотри, подожди, правее. Левее руку. Вот ровно левее вези. Прямо. Нет. Там, по-моему, нету. А, нет, извини, отсюда казалось. Да-да-да, это кора. Бывает красноватая кора. Смахивает. Это канава счастья, да. Красавцы. Офигеть, вообще просто форма. Ну-ка вот так вот, ладонь вот так. Я сейчас даже увеличу. Офигеть. Такие они хорошие. У них, главное, ножка такая большая. Да, 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 малыши, толстенькая. Малыши, а ножка, знаешь, как надо. Нешуточная. Угу. Ребятушки. Вот это вот паренек тут сидел. А вон, смотрите, рядом. Ты что? И такой. Оп. Что там? Еще. Смотри, какой идеальный. Еще. Офигеть, бочонки. Вау. Бочка. Ой, какое великолепие. Офигеть, вообще. Назай.
Вон, фантастика еще просто. Побежала, нет, Наташа? Нет. Я не так убежала. Но мы все равно потом тебе передадим. Класс. Птицы, слышите, там поют. И мы разговариваем, идем, и птицы. Вот здесь все очень, очень красиво. Я не знаю, я, конечно, пакет еды там взял, но я не нарезал ничего. Ну, без сервиса. Без сервиса. Я, знаешь, я просто привык, приношу все время и домой отвожу. Вот, пожалуйста, сервис такой. Огурчик почистил, порезал. Ты молодец. Почистил. Ты молодец, тут никто не спорит. На чем мы вот это на холоде яйца будем чистить? Все, я зря яйца нечищенные принес. Замечательный у нас пикник на обочине. Классно. Можно блинчик, Наташ, еще один? Я не знаю, или кому-то не хватит, кто-то ты еще хочет. Издеваешься, бери те же. Он просто такой всех... вкусный, я прям оценил. Я на всех брала, бери. Вот что надо брать, друзья, не то, что я батон, колбаса нерезанные, яйца нечищенные. Есть! Смотри, какой красавчик. Да, во, шикарный. Смотрите, какие грибы! Давай, Наташ, срывай. А я чисто это, да? Да, ты будешь срывать. Поклоны. Ты будешь срывать. О, какой. О, какой. Пойдем дальше, смотри. Значит, мы двигаемся дальше, лишь бы не потерять. Я надеюсь, что я не потеряю. Я его приоткрыл. Там тоже полички были и белый. Добавок. Да, 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 красивые мухоморчики, красивые. Так, подождите. Не торопитесь, подождите, стойте. Так, до этого был. Стой. Стой, 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 стой. Я нашел, да. Я белый нашел. Вон он. Иди ставь эти корзины, иди к нему. Вон он. И вон польский. Ставь, ставь, ставь. Там не один польский. А вот это вот лежит. Тихо. Нет, это козляк. Вот, начиная с беленького. Вот это беленький, смотри. Какой белый. Это самый красивый сегодня, смотри. Сейчас ты увидишь. Офигеть, вообще просто. И там еще должен быть польский. Вот, по-моему, справа он где-то. Ты знаешь? Вот, около меня он. Да, 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 да. Я помню. Тихо, аккуратно, аккуратно. Да, вот он. Вот это находочка, да, микс. Ну, прикольно? Прикольно. Вот это супер вообще. В этом фильме, походу, я первый раз срываю гриб, друзья. Пусть будет что-то новое. Смотрите, это масленок идеальный. Смотрите, яркий, классный. Красавцы. Класс. Хорошие ребятки. Наташа хочет сториз сделать, поэтому вот просто показываю, что... Красавчик. Беленький. О, вот это да. Вот это красивый, конечно. Класс. Дорогие друзья, наш грибной поход закончен. В общем, все собрали. И я собрал, помог. Себе грибы я уже не забираю, потому что и так в этом году очень много собрал. Показываю вам красивые грибочки, чищенные. Конечно, это не все. Собрано намного больше. Погуляли, отдохнули, кайфанули от леса. Шикарный сосновый бор, бело-зеленый мох, прекрасная поляна и замечательные грибы в минус 2 градуса. Ночью даже доходило до минус 3. Приехали, все во льду, все в таком вот... ну, снега здесь не было, но вот иней. И при этом вот такой вот урожай, корзиночка шикарных грибов. Польские, классические белые, маслята. В общем, все-все-все было. Надеюсь, вам было интересно. А если так оно и есть, ваша подписка на мой грибной канал будет для меня приятным бонусом. Ставьте лайки, если нравится этот фильм. И пишите комментарии, на которые я с удовольствием отвечаю. А за красивыми фотографиями заходите ко мне в Инстаграм. Я туда публикую только самые красивые грибные фотографии. Ссылки на свои соцсети я оставлю, как всегда, в первом закрепленном комментарии
под видео. До новых встреч, друзья. Крепкого вам здоровья, всех благ, удачи во всем. Скоро увидимся.